Привет, друзья! Сегодня я хочу снять обзор лобзика своего фирмы Техас, модель TA0130. Как видите, он у меня уже такой старенький, но я решил именно снять обзор, как себя чувствует этот лобзик после года использования, а не так, как обычно снимают на новые товары, когда все работает. Вот услужил этот лобзичек у меня уже год, и в принципе могу только положительное мнение о нем рассказать. Хороший лобзик, надежный, перепилил кучу досок. Я в частном доме живу, я его брал для домашнего использования. Там и OSB плиты пилил, и доски. Ну, все работает, все переключатели в норме. То есть год отслужил, хотя это один из самых дешевых лобзиков был, который я брал в интернет-магазине. Все рабочее. Так вот, тут защитное стеклышко было, я его реально просто отломал, потому что он не мешал, я не знаю для чего он. Когда пилишь лобзиком от вибрации, он то и дело, что скачет вверх-вниз. Вот, ну все остальные механизмы, все надежно. То есть все пилочки, все быстрозажимной патрон, это хорошая штука. Все работает. Вот. Из плюсов, конечно, надежность и хорошо, что здесь вот как-то, ну, сделан выдув воздуха вот в эту часть. То есть когда вы пилите, допустим, если вы нарисовали себе полоску там или криволинейную, если там нужно фигурное выпиливать им, то выдувает все опилки, получается. То есть вам не нужно сдувать, оно сдувается автоматически воздухом. Вот, я вам покажу его в действии, как он работает. Друзья, на улице холодно, поэтому я в курточке, поэтому кратенько покажу, как лобзик работает. Берет он, видите, можно и такую толщину распилить, даже чуть-чуть больше, есть запас пилы. Ну, я поверну так, покажу, как он работает. Вот так легко пилит наш лобзичек. К примеру, вот эту всю кучку я перепилил этим лобзиком, правда, она была в два раза больше, поэтому лобзик надежный, хорошо работает, можете брать. Покупайте к нему обязательно пилочки хорошие, старайтесь выбирать подлиннее. У меня вот максимальное, что нашел, 90 мм для пилочек, чтобы было удобнее и длиннее пилить. Вот, в принципе, хороший лобзик, год отслужил. Рекомендую. Спасибо за просмотр, друзья. Всем хорошего дня.